В этом году десногорские школы выпустили 150 юношей и девушек. Поздравить ребят с вступлением во взрослую жизнь собрались учителя, родители, представители администрации города и градообразующего предприятия. Много теплых и искренних слов в своем напутствии десногорским выпускникам 2017 года сказала первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. Знаете, дорогие ребята, у вас действительно сегодня, наверное, день, который переполнен огромными чувствами. И среди этих чувств, с одной стороны, рада, что окончили школу, рада, что сегодня получаете аттестат, радость от того, что вы уже не мальчики и девочки, а юноши и девушки, вы ответственные граждане страны, и сейчас должны ответственно для себя выбрать решение, как дальше будет складываться ваша жизнь. Какую выберете профессию. Мне хочется сказать добрые слова в адрес тех, кто, не покладая рук, вместе со своими родителями и педагогами, трудились над получением знаний. Потому что это великая ценность – получать знания. Они нужны будут вам всю жизнь. И самая большая еще ценность – школьная дружба, которую, поверьте, вы пронесете в этом зале много взрослых людей, я надеюсь, они со мной согласятся, на долгие годы. Ольга Владимировна вручила золотые медали и аттестаты со специальным золотым тиснением 9 отличникам. Эти ребята – гордость школ, учителей, родителей и, конечно, всего города. Чувство гордости, что вот, я молодец, я дошла, я выдержала эти 11 лет. Я сдавала физику и обществознание с той целью, чтобы понять, что я сдам лучше, туда и пойду. Как-то я сдала и то хорошо, и поэтому я до сих пор нахожусь в таком неком неведении. Душа больше лежит все-таки на экономическую специальность. Доброго, светлого жизненного пути и удачи в выборе профессии выпускникам в этот день пожелали председатель Десногорского горсовета Владимир Блохин, заместитель главы Десногорска Александр Новиков, исполняющий обязанности замдиректора по управлению персоналом Смоленской АЭС Владимир Исаев. Осознанно подойдите к выбору профессии, получайте техническое образование, и приходите на Смоленскую атомную станцию работать по строительству САЭС-2, по эксплуатации энергоблоков. Но самое главное, какую бы профессию вы ни получили, какую бы специальность вы ни получили, где бы вы ни жили, ни находились, всегда любите свой родной город, город атомщиков. Выпускники – активные участники олимпиад, конкурсов и мероприятий, проводимых госкорпорацией «Росатом», Смоленской АЭС и школы «Росатома». В этот день были отмечены грамотами и памятными подарками от Смоленской атомной станции.